они представят всех участников и будут дальше руководить, танцевать. Говорить те, кто говорят, пожалуйста, выходите сюда к микрофону, so, please, потому что здесь будет вас слышно. Хорошо? Либо вы можете, я не знаю, можете микрофончик поставить сюда, я могу в этом помочь. Да, ну тогда вот вам придется как-то Or pass the mic to each other. Вы можете его нет, на самом деле вы можете его снять. О, вы можете его снять вот так вот и передавать друг другу. Поэтому перед тем, как начинать передавать микрофоны, я пользуюсь тем, что кто держит микрофон. All right, so we have, I have the mic. It means I will start. Give me the one more chair, please. So before I give the floor to somebody else, I will say that I started, and then I will play a little bit my... Now I will play a bit. Start. Спасибо. So, to begin Итак, this round table, начну с того, наш круглый стол. Я думаю об одном вопросе. Что нас соединяет духовность и искусство? Вы знаете, что объединяет искусство и духовность? So and I got the only answer that everybody talks about them both, but nobody really knows what they are. Что все знают, что-то такое, но никто не знает действительности, что это такое. Мы говорим об эволюционных практиках, и сперва мы должны понимать, что мы имеем в виду под словом искусство. Что такое искусство? Is it only a creation of a professional artist or everybody of us? Even a small child, с детства или что-то? Theoreticians are discussing about it a lot, but they don't. Теоретики обсуждают это очень много, но никаких комментариев не дают. One theory says Одна теория говорит, что искусство – это различные занятия человечества, от визуальных, слуховых, занятия по выражению себя, теоретические или концептуальные идеи, как выразить себя. But in my short presentation, I would like to point out how the main art directions through the art history have influenced the development of human mentality, perception of the world. Исторические пути повлияли на развитие искусства. Мы говорим о том, что современники не очень понимают, что такое искусство. Художники — это прямо настоящие, те, кто говорят о том, о будущем. Когда классические художники встречаются с экспрессионизмом, большинство людей считают, что это бессмысленное, бесчувственное, какое-то детское выражение себя, этот экспрессионизм. They knew what an artwork should look like. Тогда, they admired the brown and gold masses and the paintings of the old masters. The realistic drawings and sculptures. They должны быть реалистичными все наши искусства, все наши скульптуры и произведения. Anything else as art?
Есть реалистические изображения, а есть более искусственные изображения. Есть также... Quite a lot of time had to pass to change the perception of what is art and what is not, what is beautiful and valuable and what is not beautiful and valuable. Что является ценным и красивым, а что не является таковым? Итак, мы можем сказать, что древнее племенное искусство передает нам знаки и символы, которые позволяют коммуницировать, общаться друг с другом, с природой. И что это второе искусство позволяет нам общаться с Богом. Классическое искусство принесло с собой реалистичные формы, и диалог шел о человеческой власти и различных исторических событиях. Современное искусство и абстракционизм принесло новое понимание света, жизни и многоразмерных пространств. Цифровое искусство и перформативное искусство. Существует большое количество людей, которые восхищаются им, но еще больше людей считают, что такое искусство. Современное искусство глупое. Современное искусство включило в себя, интегрировало в себя такие понятия, которые необходимо понять и о которых необходимо размышлять. Современное искусство не может существовать отдельно и независимо, как предыдущие формы искусства. Современному искусству необходим осознанный зритель, который может считывать послание, которое заключается в произведениях искусства. Мы также говорим о том, что произведения этого искусства и сам зритель становятся уникальными. Речь идет об эмоциях, чувствах. И также мы говорим о трансперсональном искусстве, которое сочетает в себе все вышеперечисленные направления и формы. Мы можем найти науку, символы, формы и концепции в произведениях современного искусства, о которых я говорила до этого. И кажется, что 21 век становится первым веком в истории, когда огромное количество людей являются духовными, но не имеют никакой связи с церковью. Также это столетие является первым столетием, когда можно быть художником и при этом не быть связанным с какими-то школами, группами. Мы встречаем большое количество людей, которые не получили специализированного художественного образования, но неожиданно после медитации, ретритов и достижения особых состояний сознания, они неожиданно начинают создавать потрясающие произведения искусства. И мы называем это ченнелингом. И какая-то мудрость за пределами нас подсказывает таким людям, что делать и как делать. И в подобных произведениях искусства действительно присутствует душа, и поэтому они способны затрагивать и наши глубины, нашу душу. И это делает такие произведения сакральными. Итак, другими словами, эволюция человечества происходит от простых символов, форм, к концепциям, сложным понятиям, и посредством этого она приходит к более глубокой мудрости. Мы обращаемся к мудрости, которая пришла к нам из древности, и понимая вот эти процессы, которые происходили в древности, и современные процессы, мы в состоянии осознанно находиться в контакте с разными формами и способами искусства, и мы способны выходить за пределы слов и искать новые открытия и новый рост, новые способы роста.
Поэтому можно сказать, что экспрессивная терапия, которая теперь занимает все большую роль вместе с приходом психиатрических наук, она становится все более значимой в 21 веке. Многие люди использовали на протяжении тысяч лет подобные способы выражения духа, и истоки экспрессивной терапии лежат в шаманских практиках, в экстатических танцах. И вот эти вот экстатические состояния играли очень важную роль в древних культурах и снова становятся важными для нас. Мы открываем вновь и становимся свидетелями, когда мы приходим от материального к личностному. И здесь речь идет скорее о сердце. Это на самом деле такое искусство является медитацией в самом чистом смысле этого слова, в истинном смысле. Несмотря на то, что сложно сказать точно, что такое искусство и дух, но мы можем сказать, что это способ общения между человеческими существами и другими существами. У человечества есть определенные инструменты для того, чтобы говорить о духовности, и мы можем использовать в качестве инструмента искусство. Многие люди вдохновляются произведениями искусства в гораздо большей степени, чем они вдохновляются законами и закономерностями, которые устанавливаются в социуме. Таким образом, искусство позволяет нам все больше становиться теми, кто мы есть. Мы вдохновляемся чьими-то произведениями, чьим-то творчеством. И это позволяет нам почувствовать себя уникальными, почувствовать себя все больше с самими собой, будь это песня, будь это какое-то изображение. Это вдохновляет нас создать что-то свое или просто созидать свою жизнь, превращать свою жизнь в произведение искусства. Так что давайте не будем бояться. Давайте будем созидать свою собственную жизнь как произведение искусства. Будем созидать искусство в себе и будем творческими во всех сферах нашей жизни. И после этого короткого вступления я хотела бы спросить, я хотела бы попросить кое-что добавить о разных видах искусства своих коллег. Может быть, для начала, может быть, я передам слово Ирине, которая сможет рассказать о танце как об эволюционной практике. Thank you so much. First of all, I would like to congratulate everyone that we are here in the first round table at this conference, that is the first round table. And that's really very important that it started with a topic devoted to art, because art is something that evaluates the human spirit, something that creates a human's destiny. In any way, whatever kind of art we use, the art, it always resides and exists in our life. Somebody does art professionally, someone is a spectator, someone participates a little bit in some way, but nevertheless, what would I like to say? For a long time, I'm dancing, and not just dancing, that's a yoga dance, and of course due to some objective and subjective reasons, I am an author and the creator of the kind of dance which is called yoga dancing, and I would like to speak about this, to say a few words. I want to say that all of us, we know that yoga comes from India and that the main teacher of yoga is Shiva. But the most interesting thing is that Shiva is not just the teacher of yoga, but also the teacher of dance. And that's why people say that Shiva has created the world while dancing, and there is a very famous legend that when Shiva descended Kailas mountain, when everyone was descending Kailas, he just stayed there for a while. He decided to stay there, but in order to avoid the
the wrath of gods, he just created a new world, and he was dancing so beautifully that the gods forgot. He wanted to be angry with him because the things that he was doing in his movements, with his every movement, he was creating a new world, and not just a single world, just multiple worlds. As many worlds as there are in the space, so countless number of worlds. And what can it help us to say about the dance and what it means and its meaning to us? First of all, the dance is not just some kind of body movement. Of course, it is the body movement, but from the energy point of view, this movement is really abundant. There we have the energy of movement, energy of rhythm, energy of intent, energy of the dance pattern, of the body patterns. And what's mundane was telling us about the symbols, about the dance symbols. The dancing have lots of symbols in them, and as an instrument, as a tool of evolution, that's essentially important. I'm speaking about Indian dance, and not only Indian dance, the dance itself. I believe that the dance is the core, the development of any civilization, because the civilization is created by people, and the human being cannot avoid moving beautifully. The human being has a need to create beauty through his movements, a need to move and to create beauty through the movements. And when we say, when we start speaking from a visual point of view, we should also take into account that there are also psychological and physiological aspects of a dance. If you do such subtle, gentle movement, when you're making this movement, we are already creating an energetic movement, and we send this energy into the space around us, and the space responds us back with this energy too. And when the person starts being aware about this energy movement, starts being aware of the space around him, the person becomes more conscious and becomes and starts to realize his or her connection to God. And in all civilization, the dances had their main aim to reach God, to establish a connection with the space, with the God, with the universe. And so that is why the dance for us is not just the movement, it is the whole world. And every time when we dance, understanding the meaning, the sacral meaning of dance, which is often very spontaneous, we enter this divine space in our body, tracks, catches this vibrations, which indeed are creating the pattern of a dance. The vibrations are creating, and so the more the person tries to express his or her own attitude to the upper world, to the divine world, the more this person tries to consciously delve deeper into movement, so the more this person can really widen his state of consciousness, can enter a changed state of consciousness, so to say, transpersonal state. So, should I finish now? So, the more the person becomes uplifted, becomes more conscious in his everyday life and finds this special balance which enables him to be here and there at the same time, and to understand that there is the beyond, and the beyond is much greater than our everyday life, and this beyond is more interesting. And this dance bases itself on this beyond world. And this very beyond world gives the beauty, the pattern, the symbolical
many of dance and the symbols, they are also very important. They create a language, of music, a language of symbol, a language of movement, and these languages, they develop our physical functions, which give us an opportunity to evolutionate further on, to develop further on, to grow, to be here right now. So thank you. Thank you, Ирина. So we heard Спасибо, Ирина. Мы послушали вашу тему про танцы, теперь мы хотели бы передать слово и послушать о музыке. У нас два представителя расскажут о музыке. Масари и Илья, Макс и Илья. So I'll speak from here. For those who doesn't know me, I will tell you that 30 years I've been in this country on the stage, and I'm a leading of a rock group that is a top 20 group, rock groups in Russian Federal out of thousands and thousands of groups, and over 20 years our group is in this top 20 groups of Russia. So I know music, what's happening in the world and in country concerning music, and why the artists go to stage. And now, for the 30 years I've been studying musicians, and now I can understand why people start a music business. And I ask first question the musicians, why do you want to go on stage, what's your purpose? The people in the art lost the knowledge that the arts was divided into three categories originally. First, art is creativity that is designed to wake conscientiousness in people on this planet. And the other part of creativity is amusement. Amusement, entertainment, just to entertain yourself. So now the art goes to zero. As early as 200 years ago, the art was flourishing. Now it's all about amusement, and only restaurants, only business. That's why the art of today is just entertainment, amusement. Some finances are invested in entertainment, and that's it. Unfortunately, the art was created actually for people to grow, to evolve morally and in other fields, to hear, to listen to the soul, to some inner things. And the people who start their creativity today, they don't realize why they want to sing, to go to stage, and their attitude to their activities is unaware. They don't know why they go to stage. No matter if you're an artist or an actor or a writer, if a person understands that he serves God, he is doing some service for the people, then this person has a different attitude to his or her labor. And the people who come to stage just to get more popular and to earn some more money, they have an absolutely different pattern. They want to get more and to give less. For example, me as an artist, I'm afraid that today in the artists for the past 30 years, our country has degraded a lot in terms of creativity, in terms of arts. I can frankly say that my generation of rock musicians is today is
much more silly than the generation before us. The DDT, Alisa, or other Russian rock groups that you know, they were in 20 years, at the age of 20, they created such a wonderful songs that many generations grew on those songs. Because they were giving message in the songs, but today the generations give almost no messages. Popular people of today, artists, are like animals. You won't see any message from there, because the language is very poor, and the only motivation they try to convey is just some animal instincts. Previously they said that our nation is wonderful and light, but today such bands are playing in basements for 50 people of audience, those who convey real messages. And before, they managed to collect stadiums of people. That's the degradation, as I call it. And statistics say today, very precise statistics, that actually somebody should take care of upbringing the artists, of teaching them, because the artist should not think about his or her status, but about the message they are conveying. Literature, music, writing, performance, whatever they are doing, they must be able to answer the question why they are doing this, the original motivation, because their children will grow on the arts, based on the arts that they are conveying now. It is very scary. Why they are doing this? Everybody must have the answer to this question. Good afternoon. I'm Mars from the city of Kazan. And I said what I can say about arts in this round table. And psychiatrist and psychotherapist, and I want to speak from my point of view. So, speaking about the arts, I deal with people of arts. As a rule, I deal in two forms with people. As a psychiatrist working in the clinics, I know that most our patients, they express themselves through arts, through creativity. Being in a psychotic state or having some psychotic illness, our patients express their illness, their symptoms, their fears in the arts, and this helps them spontaneously move to the healing, to evolve from their state. And we, as a humanistic psychologists and psychotherapists, understand that our task is not to cut it, but to support this stimulus, this expression, and then we will be able to have the effect, the result that we are going to. Spontaneously help a person to heal himself or herself through expressing the art, the inner soul, which art is actually, expressing their souls. An example of many altered states of aneroid, or other states of consciousness are like
arts, creation of arts of their mind. We see, based on the examples of Sergei Lukyanenko books, this Lukyanenko writing about the twilight, and he says that the altered states of minds express themselves in the arts, and you can understand their world and improve your understanding of these people through their arts, through their creativity. So their art allows us to express our empathy too, to express our compassion and understand the world of these sick people through their creation, through their poems and through their music. This unites us. And as Илья just now said, something influenced my life a lot. This Twilight States, I actually chose to be a psychotherapist partly because I got to know his, Илья's pieces of work, pieces of art. Of course, we are brought up based on these pieces of art. So thank you, Илья. Otherwise, I would probably not be here as a transpersonal psychologist today if I hadn't been brought up based on your pieces of work, works of art. The second form, I deal with people as a narcologist. Often people ask, actually come to me, to my study, because they have dependency on some substances, and they, because they don't have enough resources, or they have some spiritual crisis and their wholeness is broken. So our task of transpersonal narcologists is to reveal this cause, why people of arts, why creative people start to be dependent, addicted on some substances. And we have some transpersonal methods, breathing practices to redirect this energy from self-destruction to construction, to creativity. So that's what I'm doing. Thank you. Thank you, Илья. Спасибо, Илья, за ваши слова, и спасибо, Марс, за ваш профессиональный отклик. Сейчас бы я хотела послушать. У меня вопрос возникает в голове. Возможно, искусство и выражение искусства может быть, искусство — это не только продукт, но и это и процесс, процесс исцеления, а не продукт искусства. Как Марс говорил, в психиатрических клиниках он помогает пациентам. Через искусство они выражают себя, выражают свои эмоции. Это процесс, это не продукт как таковой. И также в музыке молодые люди приходят на сцену, у них есть эти эмоции внутри. Он начинает их выражать. И, возможно, было бы даже хуже, если бы он не выражал эти эмоции. Конечно же, люди из зала могут видеть, что им что-то не нравится, что они делают со сцены, что-то может быть даже разрушительно. Вот это вопрос для обсуждения.
об искренних импульсах выражения. Сейчас я бы хотел пригласить Юрия рассказать нам. Я здесь иду. Больше рассказать о приложении искусства в трансперсональной терапии. Итак, включайте. Прежде чем я буду говорить о применении, я хотел бы немного рассказать о том, кто я и почему я говорю о психологии. Я выбираю верить, я предпочитаю верить, что психология и трансперсональная психология — это прежде всего искусство. Я говорю, что я предпочитаю верить. Если люди говорят, спрашивают меня о том, искусство это или наука, я говорю, что я не знаю, но я предпочитаю верить, что это искусство. Является ли это наукой или нет, это прежде всего искусство. Так что мой подход к этому вопросу заключается в искусстве. И это мой личный взгляд на эти вещи, потому что, на мой взгляд, наши психологические проблемы наши психологические проблемы созданы в первую очередь нашим воображением, и искусство также это продукт нашего воображения. Мы Что же мы делаем на самом деле? Мы стараемся... Мы пытаемся неизученным, неизведанным сознанием понять наше неисследованное тело. Так как же мы можем неизвестным разумом понять наше неизвестное тело? Итак, я выбираю... Я выбираю отложить науку в сторону и говорить об искусстве. Итак, очень важно для меня очень важно видеть искусство как выражение, прекрасное искусство. Ну, например, я смотрю на прекрасную картину или стою посреди удивительного леса. Прекрасно. Но у меня возникает потребность дотронуться, выразить что-то. И поэтому я хочу сказать, что искусство создается в плену, развивается сквозь борьбу и умирает в изобилии, умирает в богатстве. Существует большое количество известных примеров художников, например, Пикассо, которые, когда Пикассо, например, рисовал грустных клоунов, они были очень известны, а когда он стал богатым и знаменитым, он просто делал небольшие наброски, несколько линий, и это очень типично. Мы должны выражать нас, себя через борьбу. Итак, у меня здесь есть цитата моей подруги Ингрид. Мы можем убедиться, что искусство — это и есть в своей целостности, и есть трансперсональное измерение. Мы не просто копируем что-то на наших полотнах. Мы начинаем изображать, рисовать наши впечатления от того предмета, который мы наблюдаем. Итак, трансперсональное искусство — это выражение высшего руководства, вдохновленное интуицией, сердцем, душой и не мозгом. Итак, When we talk about the mirror,
Итак, давайте обратимся к зеркалу, поговорим о зеркале. Зеркало – это всего лишь отражение. Мы просыпаемся утром, и одна из вещей, которых мы делаем, первая вещь, которую мы делаем, одна из первых вещей – мы смотримся в зеркало для того, чтобы понять, как мы выглядим. То есть мы ищем нашего собственное отражение для того, чтобы понять, как мы выглядим. И один из первых моментов заключается в том, что когда мы смотрим в зеркало, нам необходимо заметить пыль на зеркале. И поэтому зеркало — хороший символ. И вот это очень интересная цитата из Альбера Камю, которую я нашел. Виноватой совести необходимо признание, необходимо покаяние, и работа искусства так и заключается в исповеди, в покаянии. И я предполагаю, что нам необходимо использовать искусство символов, нам необходимо обратиться к языку символов, к архетипам, потому что именно они позволят нам выйти за рамки логического разума. И, как я скажу, мы как раз занимаемся нелогичным. Нелогичным здесь, чем-то, что выходит за пределы логики. Мы здесь все находимся с вами, потому что мы хотим заглянуть за пределы логики и посмотреть на что-то, что гораздо важнее. Итак, для меня Карл Юнг является отцом трансперсональной психологии. Единственная проблема здесь заключается в идеологии, но итак, как художник, как творческое существо, человеческое, человек является человеком коллектива. Он обращается к своей коллективному, бессознательному. Я извиняюсь, если это будет звучать не очень политически корректно, но это то, что Юнг говорил. Коллективный человек. Итак, этот коллективный человек это тот самый человек, который и формирует бессознательную часть душевной жизни человечества. И вот Карл Юнг написал «Красную книгу». Он написал ее в 30-х годах. Он никогда не собирался ее публиковать, возможно, из-за своей травмы после разрыва с Фрейдом. Но эта книга была абсолютно ненаучной. И что Карл Юнг сделал в этой книге? Он фактически нарисовал свои собственные изображения, те, которые пришли к нему из его воображения, посредством его интуиции. И вот еще один пример. И я хочу, чтобы вы посмотрели на то, насколько это изображение выразительно. Они что-то несут нам. Итак, как мы знаем, искусство началось много сотен лет назад с первых людей, которые делали примитивные изображения, и, возможно, у них это искусство приносило им больше, придавало им смелости, приносило им удачу во время их охоты. Также мы находим подобные изображения в захоронениях, которые должны были охранять спокойствие умерших. Здесь это искусство австралийских аборигенов, и мы смотрим на него. И что же мы видим?
мы можем увидеть все, что захотим. Какова наша собственная интерпретация этого искусства? Например, скоро я поговорю об использовании искусства в терапии, но очень интересно такой эксперимент проводить, показать человеку подобную картинку и спросить его, что же ты в этом видишь, что это изображение говорит тебе, и что бы ты ни увидел в этом изображении, приходит из твоего бессознательного и стремится к твоему пониманию. Это изображение Ван Гога. Очень интересно всматриваться в картины импрессионистов. Это художники, которые в конце XIX века неожиданно начали рисовать не то, что они видят, но свое понимание этого, свое воззрение на то, что они видят. Это известный рисунок человека, которого зовут Малевич, «Черный квадрат». Он хотел оправдать это изображение, и он говорил, что черный квадрат символизирует собой трансформацию ничто в бесконечность, в вечность. Из простого черного квадрата он создал бесконечную возможность для формы. А теперь, это еще один интересный факт, потому что, например, Леонардо да Винчи говорил, что художник должен начинать каждый свой холст с черной краски, потому что все вещи в своей природе черны, кроме тех моментов, где они, на них попадает свет. И вот эта начальная, отправная точка, прежде чем мы достигнем просветления посредством трансперсональной практики, может быть, нам нужно соприкоснуться с нашей тьмой, потому что наша тьма и наше просветление, они идут рука об руку. И еще раз, это экспрессивное искусство Пикассо. Что вам говорит это изображение? Что вы видите? Я помню, как однажды я был в Лондоне, в галерее Тейт, и люди читали маленькие подписи к картинам, где художники объясняли, что они имели в виду под своими произведениями искусства. И под одной работой была следующая подпись. Я знаю, что когда я создавал эту картину, там было, я имела в виду, поймите ее так, как хотите. Увидьте в ней то, что хотите. Следующее изображение, Марк Ротко. Марк. Без монстров и богов искусство не может создавать драму. И когда я говорю, искусство для меня должно быть выразительным, это значит, что в нем должна быть заложена определенная драма, с которой я могу соотнести себя и с которой я могу идентифицировать свой личный конфликт, свою личную драму. Итак, когда мы создаем искусство, мы используем наше правое полушарие, которое отвечает за творчество. Но когда мы обращаемся к образовательной системе, то чему нас там учат? Нас учат думать логически. Но практически вся наша эмоциональность, она абсолютно нелогична. И, конечно, с компьютерами и наукой мы идем все больше по пути левого полушария. Мы используем много символов. Итак, правое полушарие на самом деле занимается интуицией, творчеством, искусством, музыкой, и именно оно является трансперсональным. Вот, видите, замечательное изображение. Когда вы смотрите на них, кто вам больше нравится? So, what art is? Итак, какие? Что такое художник? Это когда я могу выразить какие-то вещи через цвета и формы,
вещи, для которых у меня нет слов. Конечно, наши слова определенным образом нас ограничивают. Мы иногда хотим что-то высказать, выразить, но нет подходящих для этого слов. Вы, работая с клиентами, я заметила один очень интересный момент. Когда я спрашиваю клиента, что вы чувствуете, как вы себя чувствуете, клиенты поднимают взгляд наверх, и они стараются найти правильное семантическое логичное слово, которое объяснит их иллогичный, нелогичный опыт, их нелогичные переживания. А это вот еще один вид мандалы, который может быть и вот мандалы. Мандала, то, что мы сегодня часто создаем в трансперсональном искусстве, мы рисуем мандалы, потому что мандала символизирует изначальное хаотическое единство четырех элементов — вода, земля, ветер и огонь, которые соединяются в одном. Итак, мандала — это круг. Он представляет духовный путь каждого индивида, и он также представляет собой состояние нашего «я» в данный момент времени. То есть, когда мы рисуем мандалу, мы фактически рисуем то, что происходит внутри нас. Мандалы, но не только мандалы, но и любое другое искусство используется для самовыражения, самоосознания, интеграции наших опытов и определенным образом используется для исцеления. Изображения, которые мы создаем в процессе guided imagery, руководство, то, что мы создаем в рисунках, то, что мы создаем в танце, это некий мост между нашим сознанием и телом, потому что мы выражаем то, что находится внутри нас, и выражаем то, для чего у нас недостаточно слов. Итак, цель создания мандал заключается в том, чтобы исследовать эффект guided imagery и изображение этих мандал на депрессию. Это позволяет нам лучше понимать наше психологическое благосостояние и наш персональный взгляд на свою «я»-концепцию. Итак, рисуя, мы интегрируем в себя противоположности, мы сводим их вместе, и мы переживаем священную природу, святость нашей природы, божественность нашей природы. Когда мы, например, принимаем айаваску или делаем холотропную практику, пускаемся в шаманское путешествие, что в этом во всем важно для меня? Для меня важно, что мы проходим три очень важных этапа. Первый шаг, первый этап — это опыт. Отлично. Браво, у нас есть этот опыт. Вторая часть заключается в том, чтобы интегрировать этот опыт. Что для меня? Понять, что лично для меня значит этот опыт. И третий этап, он самый важный — это применение. Я интегрировал этот опыт, и что же я буду с ним делать? Каким образом я буду применять его в своей жизни? Итак, я приняла айаваску, я участвовал в холотропном семинаре, я встретил своих ангелов, своих хранителей, и теперь что-то знаю. Хорошо. Что значит интеграция этого опыта?
Что рисование этих мандал для меня значит? Что я собираюсь сделать с этим опытом? Вот эти несколько вопросов, которые я буду задавать своим клиентам, когда они рисуют мандалы. Представьте, что вы внутри мандалы. Как вы себя чувствуете там? Поместите себя в центр картины, внутрь картины. Какие ассоциации возникают у вас по отношению к цветам, которые вы использовали? Есть некоторые воззрения на то, что значат те или иные цвета, но главный вопрос заключается в том, что эти цвета значат лично для вас. Так, например, мама одного мальчика, которому 16, пришла ко мне и сказала, что он нарисовал очень много изображений, которые в темных тонах, и она беспокоена, вдруг у него есть суицидальные наклонности. И я спросил мальчика, что для него значит темный цвет, черный, которым он рисует, и он сказал, что этот цвет означает для него возможность к исцелению, пространство, где он может себя созидать. Так что будьте внимательны, спрашивайте о личном смысле этих цветов для ваших клиентов. Другой вопрос. Какие ассоциации у вас возникают по отношению к формам, которые вы нарисовали? Что означают ваши формы? Когда вы посмотрите на целостный рисунок, на все, что вы нарисовали, какие ассоциации возникают? Как эта мандала, которую вы нарисовали, как она представляет ваши переживания этой ситуации? Она всегда говорит о ваших неосознанных переживаниях. Что передает ваш рисунок? Что он несет в себе? Какие мысли? Мы таким образом пытаемся помочь человеку осознать эти бессознательные влияния. У вас должен быть хаос внутри для того, чтобы дать рождение новой танцующей звезде. Это цитата из Ницше. Все мы, цивилизованные люди, очень сильно стремимся быть хорошо организованными. Мы хотим быть логичными. Но я хочу напомнить вам о самой первой главе Генезиса. Да, первой книги Библии. И что же там написано? До смысла существовал хаос, и потом Бог разделил землю и небо. А в самом начале был хаос. И любое творчество, любое созидание начинается с хаоса. Следующий. Итак, здесь у вас есть еще одно символическое изображение. Я помню, как в художественной школе наши преподаватели очень часто рассказывали нам, что хотел сказать художник, создавая эту картину. И я очень переживал по этому поводу. Но здесь мой вопрос заключается в том, каково ваше личное отношение к тому, что вы видите? Что вы видите в этих рисунках? Итак, вы видите еще одно очень интересное выражение чего-то глубоко личного. Когда вы помещаете себя внутрь этой картины, куда бы вы себя разместили? Сюда вот вниз, или, например, вон там, в тот верхний угол. Здесь есть верхнее существо и нижнее существо. Что вы видите на этом изображении? Где бы вы хотели там оказаться? И если вы есть в этой картине, что каждый из этих существ захочет рассказать вам, чем она захочет поделиться? И для меня это и есть применение и интеграция. Это помогает интеграции. Вот еще одно изображение. Еще одна форма мандалы. И снова посмотрите на нее,
переживите ее, почувствуйте ее, поместите себя внутрь изображения. Если вы хотите войти в это изображение, в какое место на этой картине вы попадете? Куда бы вы хотели прийти на ней? С чего вы начнете и куда вы придете затем? Хорошо. Один из фильмов, который действительно вдохновил меня, был «Мэри Поппинс». В «Мэри Поппинс» есть такая сцена, когда Мэри Поппинс и дети прыгают в картину, и там написано кое-что на асфальте. Это подарило мне как раз идею о том, чтобы входить в картину, входить в изображение. Что мы делаем? Вы смотрите, с детьми не возникает никаких проблем. Нарисуйте картину. Они рисуют картину автоматически, можно их даже об этом не просить. Но когда мы говорим о интеллектуальных взрослых родителях, которые прочли много психологических книг, они начинают задаваться вопросами, почему ты нарисовал то или это, потому что мама, например, читала о смысле, значениях в книгах. Они начинают спрашивать детей, почему ты нарисовал небо розовым, небо же не розовое, небо голубое. И когда я работаю с родителями, и прошу что-то нарисовать. Многие из них очень сильно сопротивляются и говорят, я не буду рисовать. И когда вы рисуете, ведь на самом деле огромное количество неосознанного материала выходит наружу, вы получаете доступ к бессознательному, к своему бессознательному разуму. И когда вы завершили свой рисунок, пойдите внутрь этой картины и поймите ее. Хорошо. Итак, у меня здесь есть мой друг. Я у нее очень многому научился. Она работает с метафорическими картами. At work, they reestablish things and they start moving through life in a happier way. Which is more, very often I observe some person who creates dark things that bringing some destruction, and suddenly after such period, the person who used to create dark things comes through a crisis and opens guard in himself and for himself, and it immediately changes what he creates. So maybe everyone knows such, many of you know such performer, rap singer, Basta. For a long time he was creating something really disgusting, but suddenly something happened with this person and he started saying from stage some wonderful things. His music changed, the way he performs changed, and now you listen to his songs and you really understand that he's quite an ordinary, quite a normal grown-up man who wants to be surrounded by adequate people, who cares about his family, about his children. And I know many examples of such kind. Well, when from those people who came through hell, and as Mars well put it, who came through decades of dependent life, dependent on substances, a life of addiction, they become one of the most loyal servants to God, and their creative work, their art changes, and they start bringing joy and positive things to other people, and they become really very stable and, well, undefeatable in a way, if you can put that. And so after the spirit of hell, the things that are dangerous for common people are not really a challenge for these people because they have already passed this passage of personal hell and have been transformed by the spirit of their life. Of course, you know the famous band Da-Da-Da. There were 7,000 people in one of their performances, and 5,000 were really crying. Can you imagine 5,000 people crying? They were just watching the
video clips and listening to the songs, and all people were crying, 15-year-old and grown-ups, 60, 70-year-old people. Everyone was crying because the song that they were playing was provoking, was inspiring such intimate human experiences, and this was unbelievable. And this what I really call real magic, real craft, real something that makes people better, more pure, that makes people, that helps them to feel the unity on a spiritual level, when all the differences matter no longer, nationality, age, social position in a society, nothing is important. When a punk on drugs is hugging an old grandfather, that's wonderful, and we have these examples in our life, and that's unbelievable and amazing. I would like to agree with Ilya. I would like to support his words, and I would like to remind you that there is art and art. If we speak about art which influences, which produces a psychological impact on people, that is what primarily should be, because art primarily influences our soul, it influences our emotions, and our emotional centers are comprised of several levels and parts. We have the heart center, the throat center, and each center has its own qualities. And when a work of art influences each of these emotional centers, then this magic is created. This magic can appear and can be expressed, and it enables us to get united with some divine origins, with some supreme beings. And if we all here gather together, and we have already come together, if our souls come together and we give a strong vibration to the universe, by doing so, we will also make our contribution to the creation of this something which enables the art to unite us with supremacy, with the divine dimension. And I believe that we all should aim to reach this level. And we should remember that real art is being created with the help of God. When Bach was asked, how does he create all his works? He said, oh, just that's so simple. Every time I was doing so, I was just thinking that I am creating for the God himself. And when we are doing something, that is the way we should think. Every time we should create this not only in order to express ourselves, but we also should think, what do we want to convey to the space around us? We also should address the space around us. Thank you. Я думаю, что мы все согласимся, что искусство должно быть прекрасным. И мы наслаждаемся прекрасным искусством, но все же остается вопрос. Но что же делать? Остается вопрос, что же делать с эмоциями, которые не так прекрасны? Как их выражать? Правильно или нет? Например, мы говорим о Ван Гоге, когда он рисовал. Если мы посмотрим на многие из его работ, мы понимаем, что те переживания, которые у него были, они не так уж прекрасны. И он просто, ему необходимо было их куда-то разместить, куда-то деть, и вот он рисовал. И мы знаем, что многие молодые люди выходят на сцену и создают ужасный шум. Им необходимо это как-то выразить. И они выражают это деструктивным образом. Мне кажется, что существует один вид искусства, который действительно
необходим для нашего роста, для наших хороших эмоций, которые мы можем наблюдать в прекрасных картинах. Мы можем медитировать над этими прекрасными произведениями искусства. И наш дух будет возвышаться. Но другое искусство, заключается в маленьких выставках, и произведения оттуда мы никогда домой не возьмем, потому что это просто самовыражение. И, конечно, мы знаем, что искусство меняется, если мы даже вспомним Ван Гога и изменение его работ. Listening to your discussion, and I see it's not coherent quite. On the first hand, you say that we should get deep in the art, but on the other hand, there is something destructive. I think there is nothing from God. Everything we have is from God. You cannot say that something is destructive, something is constructive. We are from the chaos making order. And you said that people or musicians who used to be destructive became constructive. Everything is art, everything is needed. Both. But while we are not embrace it and admit it and express it, it's impossible to come to God at any other. It is impossible to come to God before we actually start expressing ourselves, even the worst inside us, from the negative to positive. I don't want to keep the duality of negative and positive. We're always splitting this. I think there's no positive or negative emotions in the world. Everything is emotional expression of humans. So the enlightenment process is when we are strengthening what we have, amplifying it, and then finally, for example, anger is a very important critical emotion. And the more we're getting anger and trying to express it, then it will finally come to enlightenment. I am a doctor too, and I say that everything, the psychotic states are actually connected to, are because we do not express ourselves. We should understand and respect what the clients, the sick, are expressing, their feelings, how they experience, live through their feelings. So, because as I see that the reports of yours are a little bit contradicting each other. I hear some judgment of, it's not a judgment, well, I got it as a judgment. I have the answer. Just a minute, I will answer. You're right that everything is God's instrument. There's no thing in the universe which would be in vain, not needed. Everything is for the benefit. But we should learn how to use each of the tools, including the art. For example, if you misuse a thing, abuse a thing, it can be abusive for others. Like for you give matches to the kid and the kid will burn the house. Same as for me. There are some really destructive tools that can destruct the life. There are some tools, if you use them correctly, can help you or help avoid the bad things in life. If you can't get something in life out of envy, or jealousy or fear, you can use the same tools improperly.
Art is creativity to evoke conscience in people. Everything else is not art. Yes, there are some arts that are expressing themselves, but it's not art, it's creativity when something destructive is being expressed and other people are not improved by this. If you don't improve other people by your creativity, you cannot call it art. Okay. Can I would also like to comment. There's no bad and good, right? But for kids, you will not play certain groups. Yeah, these kids choose themselves. Yeah, but from the very beginning, you won't play for the kids certain groups of today. This is the criteria. Why won't you play bad songs for the kids at home? I really want to thank you for your comment. Я бы тоже хотел поблагодарить вас за ваш комментарий. It's very important. Наверное, надо вслух. You see, all these positive, nice things, it's good for positive American psychology, think positive, see the light. Есть позитивная американская психология и так далее. И надо уважать людей, их эмоции. Нет просветления без помутнения сознания, без заблуждения. И в Библии и сказано, что одно не идет, не живет без другого. Поэтому думать позитивно и делать что-то красивое нужно, но когда я смотрю на искусство, я хочу не только видеть красоту, но и боль. Потому что иногда боль в искусстве касается моей боли. Это самое важное для меня, этот резонанс. Спасибо за этот вопрос. We can't hear you. Yeah. Да вот же микрофон-то. Итак, вы говорите, что есть интуиция, интуиция работает сердцем. Она не хаотична, она не логична. Интуиция связывает нас с глубинным источником и помогает увидеть целостную картину. В моей презентации я говорю о форме и о том, как нет ни одного художника, который может и без интуиции что-либо творить. А интуиция — это порядок, это не хаос. So, in my opinion, there is art. I don't think there is art and art. Some people gather, few audience members, others gather stadiums. I think it's not only art that matters, but also the person should be at a certain level of consciousness for his art to influence people effectively. Originally, all the people are at a certain level of consciousness. So some
people can express their happiness at their level. Other people express their happiness at other levels, at more primitive, at more higher levels. It depends on the level of consciousness of the person. And when they express seamlessly their level of consciousness, only then they can chance to develop. And of course, their level of consciousness is based on many, many other factors, starting from their families and finishing with whatever else. Еще один комментарий. Нет? Есть ли еще вопросы? О, вон там, кажется, есть вопрос, пожалуйста. What is the difference between art and art? Where is the borderline? How do you define what is art? Well, if I got Ilya right, then what is about beauty is what about what is about conscious is right, and what is not is is not art. Did I get it right? И это бесконечный вопрос. Что такое искусство? Мы все говорим об искусстве, но что же мы подразумеваем под искусством? У меня есть ответ. И у меня есть ответ, и этот ответ я не знаю. Thank you.